Всем привет! Привет. Сегодня будем играть в Among Us в режим прятки. И сейчас ты стал предателем, да? Да. Я пойду делать задание. Быстро, быстро. Главное, чтобы ты меня не убил. Ты был очень близко. Все, убегай, убегай. Я тут задание. Все, сделал. Здесь. И все. Сделал. А что ты молчишь? У меня последнее задание осталось. А мне еще два задания. Перепутал. Все, и последнее задание иду делать. Че ты молчишь? Скажи хоть что-то. Не страшно. Алло, скажи что-то. Скажи, что ты? Не-а. Говори. Нет! Ну почему? Откуда ты знал, что я тут? Откуда ты знал? Где он? Откуда ты Тебе это надо? знал? Откуда ты знал, что у меня вот там последнее Я не задание знал, осталось? я просто хожу везде. Да, везде. Ты постоянно возле меня ходишь. Везде. Ну, Я извините. уже не знаю, сколько раз было пять этих штук. Пять полосок. Где? Что? Стало. Так можно? Вы говорите, что он в люке. Так можно было, что ли? Слушай, так можно? В люке, Что? скажите. Нет. Вот они в люке. Ваш ты белки. Ну скажи. Не скажу. Он что, правда в люке? Не скажу. Я тебе ничего не скажу. Я ж поиграю. Скажи честно. Я выиграю или проиграю? Проиграешь? Так у тебя еще... А это невозможно же! Так у тебя еще дополнительное время не началось. Он же тут, да? Или тут? Не! Кто? Я увидел Он кого! стоял все время возле стенки. Я сюда пойду. Все в одну сторону, Но чисто! это самое лучшее место. Да вниз, вверх, Кстати! вниз, вверх. О, он катится, катится, катится. Уже нас никогда не убьет. Не, он на 5 секунд. Катится? Что это было, я не понял. Он сзади! Он обошел, походу! Я ничего не понял. Что это было только что? Фух, я вниз ушел. Я вентиляцию. Да, Да? он обошел нас. Я вниз пошел. Тихо, тихо, тихо. Я сантиметр от него. А, Куда да? мной гоняться? Я килю касалась. У меня еще все. Куда Быстро, быстро! Он спустился вниз. И не, он не идет наверх. Нора обойдет сейчас.
Тихо-тихо-тихо, убегай. Он там был. Где-то там был. Быстро! Косыли мы его забали. Он никогда нас не убьет. Ему надо как-то нас так подманить, чтобы мы например, вверх поехали, а он там стоял. Это что такое надо сделать? Мне кажется, он тут будет отсюда идти. Хотя непонятно. Где он? Он снизу! Он походу снизу! Да, он там. Он там снизу. Вот сюда поехать. Ну, а мы наверх. У нас! Все, я наверх. Я успел. Не знаю, зачем. Ты умер! А почему ты наверх? Че ты наверх не поехал? У меня 6 секунд надо ждать. Ну, у меня 7. Ну я же как-то успел. Я просто спамил кнопку. Кнопку спамил. Чего? О нет. Я на всякий случай люк держу. Все, я могу поехать вниз. Что? И клюк сразу. Рассказывать? Не. 20 секунд. А где кто еще? А еще кто-то. А вот. Мы вместе. Едем. Я вниз. Да сам остался. Я в люк пойду. Она уже приехала вниз. Ты поехать сюда всего. А мне все равно. Я в люке буду сидеть. Я же сижу в люке 10 секунд. Блабо! Да. Все. Я пойду сразу моей любимой тактике. Иду мою любимую тактику буду делать. Куда я всегда пугать этого звука? А почему, когда я вот тут на вот этой штуке, типа, езжу, то у меня, может, я могу использовать кнопку спрятаться в люке? Почему? Странно. Я буду вниз смотреть. Ты говори, если тут кто-то идет, я скажу, если снизу кто-то идет. Снизу идет! Он снизу идет. Все. Он оттуда и шел снизу. Сейчас сразу нажимаем на все призрак. Закончилось и. Он, походу, не будет. Да, он не будет. Вверх! А? Какого? Я в люк! Тихо! Фух! Я вышел! И меня хватило за жопу! Фух! Фух, я выжил. Я тут был, ты чё это такой пахнет? А, нет! А что? Он меня с километра как-то достал. Он тут стоял, где-то вот тут стоял, он меня вот тут убил. О, привет. А смотри, знаешь, как он меня убил? Он стоял на этом проходе и меня как-то убил. Я не понял, как? Подсказывать тебе? Не подсказывает. А где он, кстати, еще посмотрю? Где он? А, он дали вообще далеко. Он там где-то до гривной локации снизу. Он к вам. Ну хотя я мог даже не подсказывать, не смысла, конечно, ладно. Я бы не так уехал. Ну как-то странно. А тут нереально же выгнать. Куда он? Он только меня убил. Ну какой он быстрый! Насколько?
Ну как я помню, как я видео снимал, вот этот предатель Флэш, он примерно такой же быстрый. Ну, вроде не быстрее, но где-то такой же быстрый. Он не убивает почему-то никого. Перед ним игрок стоял, он не убивал его. Это странно. Наверное, играется просто с ними. А сейчас что он прыгает? А что он делает в фиолетовый? Странно. Что он делает? Он, по-моему, он не хочет, он не, никого не хочет убивать. Он просто бегает. А, фу, наконец-то он убил хоть кого-то. Но он специально не убивал, походу, никого. Он, кстати, опять предатель заметил? Или это не он был, подожди. Ой. Ну, это он был, да? Да. Он же, да? Не, Абудиня это не он. Его убили в конце. Ара, а тогда подожди. А кто был предатель? Ты запутался. Разве не он был? Я помню, в одном из раундов он был. Не. Не раз? Не показалось, что он был. Его убили в конце. Просто того, кого я хотел убить. Помогите. Я убегаю. А где он? Я не понимаю. Везде. Предатель. Я поделал сейчас задание, парочку заданий сделаю. Делка. Чуть-чуть сделаю задание, чтобы быстрее закончилось время. Так, вот. У меня легкие задания. И здесь. Все. Да, все, я сделал все задания. Бегу, бегу. Походу делает задание. Он за мной постоянно ездит. За тобой? Он там. Я знаю, что он там. А все, он не ходит почему-то. Он мог меня убить. Ты бутылый. Смотри на свой скин. Я соединил мой и твой скин. Ты посмотри. Он опять к нам подключился? Посмотри на этот скин. Я соединил твой и мой скин. Что? Как он меня убил? У него... Почему он меня убил, а тебя он не убил? Что это? Несправедливость! Какой ближе? Я сзади тебя стоял. Я сзади тебя вообще стоял. Как? Я не понимаю. Это... Тут есть... Что это? У нее торчит же надпись. Это надпись Sorry. Sorry торчит. А как ты предатель его не увидел? Тут же видно его. А тут торчит. Хочу, чтоб ты еще побыл. Ну да, я тоже хочу стать предателем. Анна, где он вообще? А, по-моему... Не! Я вспомнил! Был Арбузиня 2! Помнишь, был Арбузиня 2? Но не был... Это... Сейчас он, да, этого не было еще. Но был Арбузиня 2. Я вспомнил. Это Арбузиня 1, а то был Арбузиня 2. Ты где? Ты живой, да? Да. Все, победа. А что с игрой? Почему черный экран везде? А тебя тоже? Нет. Ты не подключился к нам. Посмотри, что это? Что это? Что происходит? Это что за баги? У меня черный фон, и я вижу вас, игроков, только не всех. И вы без анимации еще двигаетесь. Что это? Не на всем. Тебя нету. Что это такое? Что? И когда это закончится? Что это? Что происходит? Я... Меня нету, я себя не вижу, если что. Что происходит? О, еще кто-то появился. Красный появился игрок. Публичный. У меня кнопка старт есть.
Что происходит? Что реально происходит? Я ничего не понимаю, что это? Когда это закончится? Ладно, с таким странным багом будем уже заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока!